А вот сейчас брякну каламбур. Как вы уже знаете, я не знаю никакого Гаррика. Никакого, тем более, Поттера, я не знаю его вообще. Минерва Макдоналл... Макгонах... Макгонакл. Слова какие-то иностранные. Тоже не знаю, не знаю. Зато знаю другое. Знаю, что у растения чертополох аж целых 120 разновидностей. Вы можете представить, 120! Зачем столько? Ну, это не суть. Знаю и другое, что альбом у нас получился конфетка. Просто бомба. Он разноплановый вот, по музыке там просто. Там и ракешник, и регги, и блюз, и чего там только нет. Просто огонь. Тексты, ну, тексты, как всегда, они превыше всяких похвал. Да, безусловно, при создании этого альбома мы столкнулись с огромным количеством проблем, каких-то препонов, сложностей, но, как всегда, с достоинством их преодолели. И теперь многие из вас держат в руках этот продукт с двумя дисками, два в одном. Ну, в смысле, одна коробочка, два диска. Кто-то в интернете скачал, там послушал, кто-то чего-то. Но в любом случае, по отзывам, я вижу, что все вы довольны данным продуктом. Поэтому слушайте, наслаждайтесь этой прекрасной музыкой, а мы будем радовать вас и дальше. Маргента и товарищи!